Очень круто. Нашел? А он какой-то специальный, да? Да. А что, расскажи. Очень крутой, очень крутой флэт. Это же ты недавно достроила эту часть, уже не было, да? Да. Так это видно сразу. Да. У тебя ни телека здесь, ничего, да? Ничего. Не смотришь, да? А у меня нет нигде телека. Я вообще не смотрю телевизор. А что ты так смотришь? Сериалы смотрю, кино читаю, аудиокниги. Сейчас смотрю «Корону». Да, и я параллельно, я два смотрю. И «Тегеран» на Apple TV. Я смотрю «Тегеран», на Netflix и «Корону». И как «Тегеран»? А что за «Тегеран»? Очень хорошо. Да? Надо посмотреть. Про шпионку израильскую в Катаре. А я «Корону» смотрю. Ой, не в Катаре, в «Тегеране», блин. Все время думаю, сколько весь мир им завидует. И сколько внутри там... Тайн. Тайн, интриг, боже, ужаса, унижение. Как она ждала эту свадьбу свою 2 недели в заперти. Угу. Станет мировой вообще принцессой. А тебе, у тебя не возникает такого, ты знаешь, такого ощущения? Вот я прям, у меня мурашками покрылась, я понимаю, чем закончится эта история. И смотреть ее начало, какой-то особый... А чем закончится? Мы еще не знаем, когда она закончится. Погибни же, Диана, ты про Ди, подожди. Да, вот путь, королева сердец. Да. Весь мир знает только одну принцессу. Только одну сторону. Подождите, подождите, в «Короне» будет Диана? Она уже вот в этой серии. А ты какой сезон смотришь? Я смотрю только второй. Котик, новый сезон вышел, где уже Диана. Ничего, я досмотрю. Да, будет Диана. А будет Доди, беременность, не будет этого всего? Я думаю, все будет, Масик, учитывая то, как они с историческим материалом обращаются. Она же реально была беременна. Да, я думаю, что будет. Она же, представляешь, вы же понимаете, не зря убрали. Потому что она... как она могла родить арабского ребенка? Короче говоря, мы никогда не узнаем, как была по-настоящему. Ну это так интересно. Хочу положить. Что ты хочешь? Что ты хочешь положить? А что у вас 11-е, а у меня 8-е? Что 11-е? А я думала, у тебя 12-е, а у нас 11-е. А у папы вообще... Не, у папы тоже 11-й. У мамы будет 12-й, я тебе свой 11-й отдам. Договорились? Тихо. Слышишь? Обычно в этот момент, Оля, блогеры говорят, а, кстати, кто может пожертвовать мне 12-й айфон? Да, кстати, кто может пожертвовать мне 12-й айфон? Только мне нужен этот большой промакс. Посмотрите на эти голубые глаза. И пожертвуйте, нам нужно 4 штучки, да? Смотрите, делай, что ты улыбаешься, сделай. Реально, сделай, что вы ёбничаете, блогерам дарят. Давай, нет, не так, сделай просящий. Поэтому у тебя хреновое получается. Я тоже такая. Покупай себе сама. Покупай сама лучше. Тебе скажут, идите. А все почему? Все потому, что нас не хотят кормить борщом в этой семье. Пойдемте. Потому что мы не вызываем жалость. Пойдем кушать борщ. А нам не надо снять какую-то... Я хочу, да, чтобы присаживать на кровать. Красиво сейчас, Юлька, давай. Он такой... Мы принимаем первые приглашения. Нет, так хорошо. Это истерика. Это та, что это просто рай. Это рай. А воздух, слышите, как он пьет? Давайте, девочки, на кровати. Падаем на кровать, красиво Юлька снимает. Да. Пару месяцев, от твоих легких все до свидания. Девочки, что, детка? Красивенько становимся и падаем на кроватку. Хорошо. Как нам это лучше сделать? Как? Давай только вот так вот высоко. Высоко. Я хочу. А я именно реклама Белоники. Снимай. Можно задом наперевод. Давай только передом. Назад просто, да? Да, просто. Только на носочки становите, чтобы не так под колени. Да, поехали. Кто на 3-4? На 3-4, да? Давайте, двигаемся и падаем. На 3-4. 3-4! Боже, у меня аж корона слетела. А это был бумеранг или что? Так, вот сейчас посмотрим. А ну, давайте посмотрим. Еще раз я не упала. Мама! У нас есть спецэффект. Там быстро должно быть. Где там оно? Ну, мать, я же не знаю. Надо ножки задирать, да? Все ножки задирать. Смотрит? В Фейсбуке комментарии. Я же в трусиках. А тут идет нож, звук, вы Маша, понимаете, да? У нас пользователи спрашивают, вот после этого падения, да. Что-то спросили, почему Маша? Не почему, а видела ли Маша видео с Артемом Дзюбой? Это
Вот такой вот вопрос. Маша, любите ли вы подзюбить? Я после этого... Мне просто неловко. Я считаю, что это просто какой-то уже... Каждый может... Трэш и террор. Я настолько против публичного буллинга, что мне просто даже неловко смотреть это видео. Я его не знаю. Я примерно представляю, как анонируют мужчины, но почему это становится предметом публичной инквизиции? Кто мне это объяснит? Какого лешего? Не, ну там не так все, все заступились. Ну все кто? Все коллеги заступились. Я за тебя заступилась, да. Ты за меня. Общественность. А чувака, а уволить чувака из команды? Не, ну это бред. Ну вот как вообще? А его уволили, его да. Взяли, нет? По-моему, ну, всех заступить, давайте. Да это все пиар. Его на сборы не вызвали. Сам это сделал, сам отдал это видео и сам это все придумал. Да нет, очень. Не, ну, а сейчас я не знаю. Нет, я же аккуратно. Ну, спасибо. Ты никогда не знала, кто такой Дзюба. Давайте отделим, подержим. Теперь ты знаешь. А я не знала, а теперь знаю. Это вот тот дрочила из интернета. Вы уверены, что вы меня хотели спросить? Девочки, падаем красиво для кадра. Так. Ножки задираем. Ножки задираем. Задираем ножки. Стоим. Стоим. Раз, два, три. Было? Еще раз? Ты шутишь? У меня укачаешься. Да, еще раз. Еще раз. Алиса, не подведи. Хорошо. Да. Раз, два, три. Два. О, вот это было. Да. Ну, еще. У меня мама чуть-чуть. А и давай мы такую же снимем, но я буду держать в руке. Боже, пожалуйста. А я все время думаю, как у Сони столько контента. Ха! Господи. Блин, это очень сложно. Смотри. Сраки, да? Теперь понимаете, почему Машу спросили? Аккуратненькая жопа, у меня просто какой-то... Да, нет, быстро, быстро. Это где? Ну вот они где-то здесь. Это вот здесь. И ты говоришь, что ты худее меня? У меня 71 килограмм, а у тебя? А смотри, у меня просто сральник. А вот это вообще выйдешь? Смотри, а тут так, а теперь мы, девочки, еще раз падаем. Да ну тебя! Нет, еще раз вдох. Дайте борща! Пойдете борща! Как его? Как это включается? Блин, здесь надо суп. Ты понимаешь? Тут, слышишь, тут надо это, еду заработать. Дай я покажу, как красиво вид отсюда. О, это же просто предмет моей гордости. А, ну так, может быть, и батут? Да. А сейчас тоже батуты прыгают? Дети прыгают. Боже, а зимой, наверное? Но летом, когда солнце через солнце, да, знаешь, Слушай, хорошо, если ты здесь, а тебе вечером концерт, как? Никак, я тут не живу. Она расслабляется. Только здесь, да? Не, я вообще, не то, что расслабляюсь, я сюда только езжу, когда у меня выходные дни. Когда я знаю, что... Давай, девочки, ко мне. Или я бы, ну, там... У меня такое было, я ж перед карантином страдала, я построила и не могла пользоваться вообще. Так. И я все время говорила, когда... Ну, а что, мы падаем? Давайте. Три, четыре. Страшно! Падаем! Что, блин? Что? Что? Просто дайте борща! Нет! Просто дайте борща! Падайте, 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 падайте! Заслужи, заслужи! Я хочу еще попасть. Чей телефон, девочки? Где-то мой там был. Кошелем украли, там жизнь. Костер. Боже мой. Мне очень хорошо. Еще и золотишь. А сколько вас туда поместится? Давай. 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 Пошли, погнали. Подождите. Мы думали, вам просто борща будут? Нет. Али, оп! Юрий,
глаза пел, как будто в нашей молодости. Бери глаза из Керчи. Вот видишь, как я умела вот, подготовила. Подожди, это вторая его татарская фамилия из Керчи? Из Керчи. Юрий Лоза из Керчи. Кажется, кажется, да. Ну что, ты набираешь пену сюда, ванну или нет? Ванну все время, я просто пену не люблю. Я ж тебе не Маша, не Наташа Миронова. Будет шутка. То есть у тебя нет чего-то, что ты хотела. А мне посадочка вот так. А вдруг немцы, знаешь, вдруг... Вставай. Ну а что, понимаете? Ну я могу вот так делать. Вдруг полинами просто. О боже! О боже, аккуратно, у меня скользкий пол, ты можешь присосаться. Ой! Мы тебя не отлепим! А что было, да? Я вижу, когда было однажды. Когда Ольга делает кегель. Да на маленьком плату. А что, бывает или не бывает? Да, да, бывает. Ой, как ты нас из нее выгнала? Дайте тапочек, Кать. Так, давай через стоп. Ну, у меня... Я ж... Ну и ладно, идем. Я ж ошибаюсь. Я выпал, закрадывайте это все. Нам все пришло. Потом вас фильтруем. Все, ты вышел уже? Идемте, у нас званый ужин. Званый обед. Да, а сколько людей это создаете? Ну, 2500, 2. Постоянно 2500 да. Людей нас смотрят. Нечем заняться. А что не 3? А что вы делаете? Вот вы нас смотрите, что вы делаете параллельно? Мы уже 2 часа в эфире. 3. Квасят. Вот правда, пусть напишут честно, что делают люди. А где борщ? Ой, а что ж вы... Вот меня спросила Маша, пользуемся ли мы супницей? А вы не пользуетесь. Боже мой. ЗОЖ вообще просто...